Парни, все делаем в темпе. Чем раньше закончим, тем целее будем. Thank you.
Мы все это. Тебе чего, сталкер? Слушаю тебя. Рывком валишь. Засали их. Целопон. Вроде как я доживу. До тебя. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Здорово, тебе чего? Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Здорово! Чего тебе, сталкер?
Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну, привет. Ну что, дружище? Вот чуйка такая у меня была. Таскал зону с собой, как талисман в нагрудном кармане. Парни, которые вместе с ним ходили, говорят, что зона его любила. Пускала далеко. Но потом оказалось не очень. На радаре и он пропал. Вот интересно, а кто теперь артефакт подобрал? Хрен его знает. Да, точно. Как жизнь? Какие новости, сталкер? Чтоб лес я. Дорогие, три тебя твари и сволочей разных. Thank you.
Чего здоров. Тебе? Этот крендель спокойно так снимает с пояса гранату и шлёп её под забор. Я только успел крикнуть «не надо» и шлёп носом в грязь. Василий, шлёп рядом. Чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Всего наилучшего!